Пресса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Страховщики опасаются, что после 1 марта продажи полисов ОСАГО резко упадут. Автомобилисты просто не будут успевать пройти техосмотр по новым правилам, так как не все пункты ТО готовы к реформе. Поэтому страховые компании предлагают временно разрешить оформление автогражданки без действующей диагностической карты. Интересно, что накануне вступления в силу новых правил прохождения техосмотра Российский союз автостраховщиков решил подсчитать, а сколько в стране реально работающих операторов ТО. В реестре значится более 5000 штук, но на запрос организации ответила только половина из них. Трасса 101. В Хабаровском крае на СЗС из автомобилей выстроились километровые очереди. Регион столкнулся с тем, чего давно не было – дефицит бензина. И 92-го, и 95-го. Причина в том, что местный нефтеперерабатывающий завод закрылся на модернизацию. Возобновить работу предприятие должно было 1 февраля, но что-то пошло не так. Власти приняли решение выделить региону горючие из госрезерва. Некоторым заправкам пришлось закрыться, а некоторые ввели карточную систему. Трасса 101. Привязать к машине тюбинг или ватрушку и покатать на нем ребенка, друга, родственника и так далее. Благо, что зима снежная. Делать это ни в коем случае нельзя, говорят в ГИБДД. Кстати, число таких случаев по стране резко выросло. Госавтоинспекторы предупреждают, наказание есть и для водителя, и для того, кто находится в прицепе. В последнем случае это штраф 500 рублей, как для нарушившего правила пешехода, а в первом два штрафа по 1000 рублей за нарушение правил перевозки и за неиспользование ремня безопасности. Трасса 101. «Ладана Пугачева» представляет новый внедорожник, который, являясь продолжателем славных традиций, имеет все шансы стать королем российского бездорожья. «Лада Нива Тревел» с постоянным полным приводом уже доступен для бронирования на сайте lada.ru. При внесении небольшой предоплаты бронь действует неограниченное количество времени. Плюс будущий хозяин авто получит фирменный подарочный набор, включающий в себя в том числе коврики и трос. Что касается автомобиля, то он обладает всеми признаками покорителя труднодоступных пространств. Клиренс 220 мм, блокировка межосевого дифференциала, пониженный ряд передач, стальная защита картера, внедорожные шины и обвес, сертифицированный шноркель и прочее. Начальная стоимость «Лада Нива Тревел» 747 900 рублей. Более подробную информацию вы получите в автосалоне «Лада» на Пугачева 32, телефон 71 5200. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.